Меня зовут Денис, я инициатор проекта U-Gears. Двигатель! Пневматический двигатель. Тут самое главное, чтобы он, вот залог его успеха, это чтобы он так легко вращался. Вся проблема, если он не работает, обычно вот в этом клапане. Клапан это то, что сверху. Сверху вот такой поршенек. Здесь вот две такие штучки, они, вот смотрите, я снял вот эту боковую заднюю шайбочку. У нас двигатель, блок двигателя стал симметричный полностью. Вот. Теперь без этой задней шайбочки я одеваю сюда вот этот клапан. Нахожу положение, когда он максимально легко входит вот туда-сюда. Его вообще тоже, ну, ясное дело, его надо промазывать. Иногда, если он совсем что-то туго, может потереть об наждак аккуратно, только не сильно, чтобы не постирать его совсем. Находим положение, где он ходит хорошо. Вот проворачиваем там на 90 градусов. Между собой эти кругляшки надо, бывает, провернуть. Вот. Они идеально круглыми даже никогда и не будут. Найти вот положение, где там нашли вот положение и одеваете вот сюда. Он должен, вот эти вот кругляшки, с этой стороны он должен примерно на миллиметр не доходить вот здесь, вот до края. То есть он должен показываться там, миллиметр не доходить, и с этой стороны примерно миллиметр. Им вообще лучше даже, когда они ближе между собой так соединены, чем когда они далеко. Вот. И не одевая вот эту заднюю шайбу, не одевая, пробуйте. Вот, чтобы он работал. Здесь тоже вот эти все штуки должны очень легко. Вот эта вот штучка должна очень легко тоже болтаться, буквально, чтобы она не была зажата этими шайбами. Эти шайбы ее просто не ограничивают, чтобы она не улетала со своего места. Вот. Поршень не должен биться о стенки внутри, нижней, снизу. Снизу это поршень. Вот, то есть при определенной сноровке можно даже как-то вот так сделать. Видите, вот он у меня спал. Поршень также, точно так же, поршень это нижний вот этот. Находим вот положение, где он легче всего ходит. Одеваем. Вот. Если, вот тут у меня, допустим, вот этот кругляшок сильно близко к краю, там миллиметра уже нету. Я его пододвигаю чуть вовнутрь. Можно заодно и этот. Так. Такая штука. Именно двигатель штука такая нюансная, конечно. Вот, когда сильно сведены или какой-то дисбаланс, то появляется звук, как у настоящего мотора. Но крутить при этом тяжелее. Вот. Можно одеть шарик сюда. Я, к сожалению, сейчас нет шарика. Вот эти два колеса, они должны быть, так сказать, соосные. То есть вот противовес один напротив противовеса другого должен быть. Что-то где-то доигрался я с ним. Что-то где-то не работает сейчас. Если что-то смотрим, ага, значит это поршень, скорее всего. Вот, находим положение, где поршень не цвякает. Надеваем клапан. У меня уже тут просто слезали зубочи. Ну, так вот он работает, в нем есть два пенала. Один и второй. Каких-нибудь мелочушек. Вообще красивая вещь. Вот в доме поставить или как образец парового двигателя. Тоже классная штука. Здесь вот эта вот шайба такая. Прорезается дырочка в шарике. Небольшая. Буквально размером вот с внутреннюю вот эту, с внутренней отверстия, то есть вторая дырочка в шарике прорезается, не та, через которую дуете, одевается шарик сюда, этой дырочкой, и поверху просто обматываете ниткой, обматываете там несколько раз, потом завязать,
Вот можно дуть, если дуть, то можно прямо в это. Так он даже лучше работает, совершенно ничего не пропускает. А если с помощью шарика, то вот через эту штуку. Такая моделька. И тут можно надеть эту заглушку.